Я Муканова Роза Жумкенна. Сейчас являюсь руководителем образовательной программы «Химия и география» Высшей школы естествознания нашего университета. Я выпускница этого вуза. Я работаю в нем, мне нравится. Здесь мои учителя, все, кто меня выпустили. Это уже нынешние, к сожалению, покойные Васильковская Тамара Ивановна, Сиромаха Людмила Николаевна. Вот, действительно, это люди от Бога, это любящие свое дело учителя мои. Вот они действительно привили вот это чувство ответственности, чувство любви к детям. Наш вуз узнаваемый, я думаю, что где-то в этом есть моя небольшая лепта.